Начало сотрудничества связано не с надеждами собрать деньги для реализации задач фонда «Вера», помощи хосписам и так далее, а с тем, что знакомые приятные люди. И почти сразу стало очевидно, что мы собираем деньги, и что это хороший ресурс. Придумываем проекты, отдаем прекрасному профессиональному коллективу планеты. Планета сама все размещает, потом переводит нам деньги. Приятно. Самая приятная история – это та история, которая еще продолжается, этот проект на планете еще не закрыт, это помощь выездной службе первого в Москве детского хосписа. Этот проект быстро собрал нам 1,5 миллиона уже, даже больше. Больше, чем 1,7 миллиона, если я правильно помню, на сегодняшний день. И здесь я уже окончательно поверила, что краудфандинг – это мега-инструмент. Главное – правильно его использовать. И вот тот факт, что планета за 2 года своей работы собрала больше 100 миллионов рублей, из которых треть на благотворительность, это круто. Фонд «Вера», который вроде бы сейчас знают, вроде бы раскручен, в первые 2 года своего существования собрал, по-моему, порядка 30 миллионов. А планета больше 100. Мы будем это продолжать более активно использовать. У меня сейчас масса всяких идей про то, какие другие и новые надо делать видеоролики, и на что так можно собирать. Ну и вообще очевидно, что благотворительность, которая просит деньги только у крупных компаний, это однобокая и непрогнозируемая работа. А вот народонаселение – это неисчерпаемый ресурс, который сегодня вообще благотворительностью охвачен мало. И планета помогает нам это развивать и туда углубляться. Так что я вам желаю удачи. Спасибо.